Все. Спасибо большое. Да не за что. Ясень! Ясень! Пень глухой, ответь Альтаиру! Ясень слушает. Ясень, слушай, это Тихонов. Называйте себя в эфире кодовым именем. Ладно, это Альтаир Тихонов, у меня тачка сломалась. Соединись с моими, они должны грузин-домушников на юго-западе брать. Пусть начинают без меня, а мне пришли дежурку. Чтоб меня на буксире до автомастерской дотащили. Понял вас, Альтаир. Информацию опергруппе передам. А с тачкой сам разберешься. Мур не техпомощь. Отбой. Я куплю бензопилу дружбы и спилю тебя под корень, гад. Иди, твою мать. Как вас, живой? Живой, живой. Все, понятно. Опустите голову. Нет, ничего, я в порядке. Скорую вызывайте, что стоите? Не надо скорую. Давили? Не надо скорую. Насмерть задавили. Убили! Человека убили! Пенсионер в булочную пошел, а его задавили. Ты чего несешь? А чего? Разъездились тут. Нормальному человеку уже в булочную сходить нельзя. Граждане, идите все, куда шли. Понятно? А что, сразу-то не сказал? Да все нормально. Расходимся. Опустите голову. И руки тоже. Сейчас будет скорая. Скорую давай, немедленно, по указанному адресу. Стой! Легка на помине. Старика надо в больницу отвезти, под машину попал. У нас уже есть один с инсультом. Ничего, поместится, валетом положишь. Портфель. И вот еще рядом валялся. Нет, не моего. Подождите. Похоже, алмазы. Здравствуй, Настя. Тина Репина не ждали? Тебе чего надо? Как Галя? Тебе какое дело? Как это? Я ее отец. Кстати, этот капитан твой. Майор. Какая карьера? Я так он, глядишь, к 70 подполковникам станет, если доживет. Майор знает, что Галя моя дочь, а не его. Что надо? Значит, не знает. Настя, я развелся. Поздравляю. А ко мне зачем пришел? Я узнал, что ты с твоим майором тоже разводишься. Да слушай! Мне место предложили завидное. Консулом в Лондоне. Представляешь? Консулом. У нас ведь очень плохие отношения с Англией. Подожди, острить. Чтобы получить это место, моя анкета должна быть безукоризненной. Я здесь при чем? Я должен быть женат. Женись. Я на тебе хочу жениться.
Николай, ты бредишь? Вовсе нет. Я все продумал. Во-первых, жениться мне надо срочно, на этой неделе. А с тобой в ЗАГСе нас распишут без очереди, как восстанавливающих крепкую советскую семью. У нас ведь общий ребенок. Галя записана на другого человека. Перепишем. Еще лучше. Ребенок обретает настоящего отца. Во-вторых, я предлагаю тебе руку, сердце и квартиру в центре Лондона. С видом на Биг Бен, речку Темзу и вокзал Ватерлоу, где целовались Хамфри Богарт и Вивьен Ли. Я уже не говорю о таких мелочах, как модные журналы. Универмаг Хэрлдс. Галка поедет с нами. Язык подучит. Колледж окончит. Может, замуж выскочит за какого-нибудь пэра. Ну и третье. Я люблю тебя. Ты сейчас не говори ничего. Подумай. Вот ваш больной. Где старик? Домой пошел. Как домой? Я же не выписываю. Потом как это он домой пошел? В пижаме, что ли, в тапках? Нет, почему? Взял из-под матраса одежду, попрощался, сказал, что больниц не любит. И пошел. Вот такие у нас больные пошли. Ну, а адрес старика у вас, надеюсь, записан? Ну, естественно. Выздоравливайте, товарищи. Добрый день. Опаздываете, товарищ Красавчик? Александр Степанович, автобусы долго не было. Не первый раз, товарищ Красавчик. Извините. Пишите объяснительный в отдел кадров. Напишем, напишем. Стасик. Что? Я же фотографирую. Ой. Карманчики проверьте. Все непременно. После того, как закончу фотографирование. Ной Маркович. Что, Стасик? Я считаю своим долгом вам напомнить, что вы не фотокорреспондент, а не фотохудожник, а наоборот, эксперт-криминалист. Не мешайте работать, а. Станислав Александрович, записка! Порфирий Хрыч старый, третий день тебя жду, а ты не объявляшься. Последний срок даю в четверг. Если опять кинешь, то я тебе все каменюги в горло закатаю, а из живота выну. Не расстраивай меня больше, Джага. Подтяните животы, не филоним. Давайте, ребята, давайте, работаем.
Как поживаешь, Джага? Как с небес рухнул. Деньги давай. Деньги против кармы. Деньги давай. Слышь, Кузнецов, а зачем тебе столько денег? На что копишь-то? На тачку? На дачку или на жрачку? До следующих пламенных встреч. Не будет больше встреч ни пламенных, никаких. Все. Нет, не все. Что еще? Ты что, чудак-человек? Бизнес решил нам порушить? Столько денег высосал, а теперь погулять решил? На куски порвем. Мне на ваш бизнес насрать. А будешь мне угрозы строить, я и на тебя управу найду. Я собрался на меня управу искать. Не у Люговых, надеюсь? Да хотя бы у них. Ты сам сядешь? Сяду, да выйду. А вот вы вряд ли. У меня максимум пособничества, а у вас статьи расстрельные. Вот так-то, бизнесмен зачуханный. Вот так, вот так. По вашему запросу. Мосин Юрий Федорович, год рождения 40-й, кличка Джага. Проходил свидетелем по делу о хищении, извлечен не был. Долгое время сожительствовал с гражданкой Максаковой. А ничего у нас нет на эту гражданку Максакову, Екатерину Аркадьевну, а? Знала, что вы спросите, Стасик. Знала. Вот, Максакова. Тут и характеристика с места работы. Она в кафе «Лира» официанткой работает. И фотография. Все, что смогла. Скажите. Дорогая Татьяна Тимофеевна, а на меня у вас тоже досье есть? Само собой, Стасик. Лейтенант Савельев. Да, товарищ подполковник. Пойдем со мной. Знаешь, что говорил Феликс Семенович? Нет. Он говорил, что у чекиста должно быть горячее сердце, холодный ум и чистые руки. Здорово сказано. Как служба складывается? Да ничего. Информацию имею, что Тихонов тебя зажимает, развиваться не дает. Завидует, понимаешь, молодости твоей, перспективам твоим. Да не, вроде. Да ты не бойся, я ему не дам тебя схарчить. Лады, вон везде у нас дорога. Ну, лады. Так что, говорит Феликс Эдмундович? Что нужно иметь горячее сердце, чистые руки и холодную голову. Молодец, вот так и действуй. Охламоны, тунеядцы, развратники, вас бы всех в лагеря трудовые, в ударные комсомольские стройки. Ну надо, а! Ну что? Какие новости? Слушай, вообще ничего не понятно. Сначала сказали, что сейшн райком комсомола отменил, потом то, что разрешил. Потом сказали, что вместо крематория будет машина времени. Но тут Гога принес информацию, что Макаревича на 2 года в армию забрали, чтобы отменить выступление. Прикинь, народ взволновался, мы ломанулись к военкомату. Но тут пришел месседж, что у Макаревича язва желудка. И он комиссован. Вот они, кошмарики на воздушном шарике. Мир добрым людям и честным девушкам. Это Наташа. Привет. О, ничего себе. Что смотришь? Ты где эту палку-ковырялку нашел? Хороший человек, обижать. Наташа девушка чувствительная, на дипломаты учится. К грубостям не привыкла. Что же ты ее к нам привел, если мы такие грубые? Наташа дочь друга моего отца. Из Киева приехала, я над ней шефство взял. А, шефство? Ну? Ну и шествуй себе. На здоровье. Началось! Погнали. Не толкайте!
встречается где-то. Здравствуйте. После отпуска. Здрасте. У нас санитарный час. Вот. И значит... Простите. Не узнал. Покушать к нам? Или? Или. У нас недавно проверка была из АБХСС. И как? Пару мелких нарушений. Пересорцеза там, недолив. Держим оборону. Молодцы. Держитесь. У вас работает девушка Катя. Вон она. Вы позовите. Катя! Тебя. Здрасте. Здравствуйте, Катя. Катя. Максакова. Она. Прогуляемся. Ну, говорите, что смотрите? Насчет Юрки. Как догадалась? А чего тут гадать? Я с Юркой живу. Значит, на его счет ваш интерес. Чем занимается Мусин Юрий Федорович, также известный, как Джага? Делами. Деловой он. Шакалит где-то. Где его можно найти? Он у друга на даче вечно торчит. Где дачка? В Жаворонках, что ли? Ни разу не была, не приглашала. Его туда таксист Сеня возит. Личный таксист, что ли? Почему личный? Сеня всех за город возит. Халдеев, маклеров, фарцовщиков. Деловых людей, одним словом. Он на Кутузовском, у Хрустального обычно стоит. А вы что, Сеню не знаете? У меня нет дач. Занято. Сеня. Семен. Знаешь этого человека? А у вас есть документы еще? Вам право спрашивать у меня о том, что я знаю? Есть. Знаю. В Жаворонки возил? Возил. Поехали. Бесплатно? Справку тебе дам с печатью. Спасибо, что не приговор. Привет, мам. Чего стряслось? Что за спешка? Где пожар? Ты умеешь гадать на кофейной гуще? Нет. Ты же меня не для гадания на кофейной гуще позвала. Меня с лекции вызвали. Я думала, что-то случилось с тобой. Или с папой. Так все глупо. Так все глупо. Глупо и неожиданно. Я не могу. Не должна скрывать от тебя. Я собиралась тебе сказать. Но позже, когда ты повзрослеешь. Но так сложились обстоятельства. Будешь взрослеть здесь и сейчас. Можно без предисловия. Что случилось, мама? Говори уже. Станислав Александрович не твой отец. Кто же он тогда? Наверное, отчим. Хочу спросить. А папа... Или как ты его назвала? Станислав Александрович знает, что он не мой отец? Пока нет. И кто же мой настоящий отец? Вот. Этот слизняк с перманентом? Да.
Убиться можно. И чего он хочет? Он хочет ни много ни мало снова жениться на мне, удочерить себя и увезти нас в Лондон. Он дипломат. И ты решила поменять папу на чеки серии D, на шмотки английские и красный двухэтажный автобус. Но ты знаешь, что у нас в последнее время с твоим отцом, с твоим отчимом, не все так гладко. Знаю. Я даже знаю причину разлада. Назвать? Молода еще мать осуждать. Не молода. Повзрослела уже. Здесь и сейчас. У меня есть папа. И другого я не хочу. Не хочу такого папы. Родной он мне, двоюродный, биологический, дипломатический. Не хочу. Я на него даже не похожа. Так что езжай в свой Лондон одна. А мы с папой как-нибудь проживем. Good luck, мэм. Вот этот дом. Дома нет никого. Хозяев нет, в город уехали. Здравствуйте. Здравия желаю. Лето. Жаркое выдалось на дысь. Все посадки-то, небось, пожгло? Не трать слова, товарищ. Это дача Балашова. Храм на бриллиантах, как говорят у нас в поселке. Крупный ворюга этот Балашов. Работает заместителем директора ювелирного завода. Спасибо, товарищ. А почему, собственно? А я сам 40 лет в органах оттрубил. Так что ж, я своего не узнаю, что ли? Супруга пострадавшего Кузнецова, Вера Олеговна. Здрасте. Майор Тихонов, что вы можете сказать о случившемся? Ничего. Вышла из квартиры, муж лежит в луже крови. Я скорую вызвала, милицию не вызывала. Информация о всех огнестрельных и ножевых ранениях, о черепно-мозговых травмах автоматом поступает из больницы в милицию. Я не знала. Вера Олеговна, как вы понимаете, мы хотим поговорить с вами не только по поводу нападения на вашего мужа. Да? Человек при смерти вам мало? Мы хотим узнать, кто и почему сделал так, что ваш муж при смерти, как вы выразились. Поможете нам? Чем? Ваш муж работал на ювелирном заводе. Ну, работал. Что из этого? А с кем он ближе всего общался из заводских? Ни с кем. Нелюдимым. А вне завода? Подавно, я же говорю, нелюдимый. Ну, может быть, ему звонил кто-нибудь, может, он письма какие-то получал.
Звонил. Мосин такой, с завода. Муж взволновался сильно после разговора. И сразу из дома пошел. Очень волновался. Я ему даже валерьянки накапала. А вы когда-нибудь видели этого Мосина? Никогда. Спасибо. Вы нам очень помогли. Пожалуйста. А мне-то кто теперь поможет? Эй, вы к кому? Я к товарищу Тихонову. Но я ошибся. Нет, вы не ошиблись. Заходите. Да заходите же. Па! Есть такой? Тут к тебе пришли. Что случилось? Дело срочное. Ну, говори. Кузнецов умер. Ну, хорошо. В смысле, плохо. Хорошо, что сообщил. Плохо то, что фигурант помер. Но это мы могли с тобой завтра обсудить. Да, Савельев, знакомься, это моя дочь, Галина. Младший лейтенант Савельев. Очень приятно. Очень приятно. Пожалуй, пойду. Может, останетесь? Что? Да вы оставайтесь, мы вас тортом накормим. Не верь ей, чувак. Торт сожрали уже давно. И это, девушке руку отдай. Что за обмороженный? С какого факультета? Если судить по роже, то, наверное, с почвенно-биологического. Это младший лейтенант Савельев, сослуживец отца. Мент? Ваша служба и опасна. И трудно. И вот на первый взгляд кому-то ведь не видна. До свидания. Если где-то кое-кто у нас порой. Какой же ты идиот. Клинический идиот. Слушай, ну что мы все время ссоримся, ругаемся, насмехаемся? Издеваемся, обижаемся, дуемся друг на друга. Действительно, чего мы это? Давай мириться. Давай. Галька, где ты? Тут с твоими беда. Лопашку потом в армию забрали, а он-то... Ну и что дальше было? Ну, он скрипач сам. Скрипач? Ну, он хороший скрипач. Хороший, очень хороший. Ну и... Из дома выгнали. Ну, вдруг откуда-то шакал на кобыле прискакал. Чего приперся? Поговорили. Однако я не к тебе. С дочерью. Я не верю своим ушам. Ты назвал меня рогоносцем. А кто ты? Вся Москва говорит о романе Анастасии с режиссером Горелла. Так что успокойся раз и навсегда, лось сахатый. Не любит она тебя. Бог свидетель. Если он есть, я терплю. Что делаешь? Я не боюсь тебя! Я тебя везде достану! Ушел? А, давно уж. Лучше поговорить. Thank you.
это успех. Это победа. Это, понимаешь, достижение. Следствие в самом начале, а у нас уже два трупа. Нет, я бы даже сказал, что это рекорд. Это всесоюзный рекорд, товарищ. У Клиды 6 лет назад трое подследственных выбросились из окна хором. И ничего, теперь подполковник. Молчать. С Клиды спроса нет, на то он и Клида. Тем более, что от оперативной работы его отстранили. Пожизненно. Не рассчитывай по звездам беременность жены своей, если она не может плодоносить. Это что? Что это значит? Это цитата из Торы. А Тора это что? Книга. Книга для евреев. Ну, Марч, ты завязывай с этим. Уже. Так что будем делать? Ну, в исправление ситуации, сложившейся в расследовании дела об Алматых. Разрешите, товарищ генерал. Слушаю. Я считаю, Балашова как инициатора, а Джагу как исполнителя необходимо немедленно брать. Иначе мы не остановим череду убийств. Да. Да, у нас немного улик, у нас слабая доказательная база, но по составленным мною психологическим портретам преступников можно предположить, что союз их криминальный случайен. И что между ними острый конфликт, на котором можно сыграть после их ареста во время серии допросов или очных ставок. Во как излагает. Бред сивой кобылы в лунную майскую ночь. Возьмем Балашова, потеряем третьего участника банды и покупателя. Спасибо. Молодец. Отличное поколение идет нам на смену. А? Берем Балашова, товарищ генерал. Нет, сынок. Почему? Потому что лунная майская ночь еще не наступила.
Я знаю, на кого. А Кира вообще не приняла. Привет. Ты заблудился? Почему? Ну, потому что милиция здесь появляется только для облавы. Тебя искал. Садись к нам. Да ну. Неудобно, у вас там своя компания. Идем, не бойся. Свободно? Занято! Это Боб. Гарриса ты знаешь. Пит, Джун и Карлос. Hello. Сам-то я Александр. Саша. Боб, это Борис, насколько я понимаю. Джун, зуб на Валиджанна. А вот Карлос. Сдаюсь. Карлос это кто? Карлос это Сантана. А так-то я Кирилл. Кофе будешь? Спасибо, я сам возьму. Мы сегодня угощаем. Помогать милиции – долг каждого советского человека. Угощайся. Спасибо. Что это? Это кубинский ром. Да ладно, пей, не бойся, мы ее папаше не скажем. Спасибо. Я не пью. Совсем? Почему совсем? По праздникам, в хорошей компании. А наша компания тебе не нравится? Нет. Ну и ползи отсюда. Ты поосторожней с честнособственническими инстинктами. Это не твое кафе. И девушка не твоя. Даже ром не твой, на родительские деньги куплен. Так что ползать будешь ты, а я пойду. Спасибо. Стой! Ну постой же ты! Ну извини идиотов. Они не идиоты. Они очень плохие люди. Ой, да ладно тебе. Ты что, на собрании комсомольском? Плохие люди. Они просто обкурившиеся придурки. Ну вот иди к своим придуркам. От меня тебе что надо? Дурак ты. Просто ты мне нравишься. Вот и все, что мне от тебя надо. Извини. Допустим. Дальше что? Может, в кино сходим? Умеете вы, милиционеры, за девушками ухаживать. Ты бы меня еще в планетарий пригласил. Ты скажи, куда? Ты скажи, а я уж… Уж. Эхма, айда. Ладно. Так и быть. Ты прощен. Куда пойдем? У меня 18 рублей. О-о-о. Тогда в кино. 8. В ударнике. Подождите, товарищ! Вам какой?
4-й. Мне выше. Где среди пампаса бегают бизоны, а над пампабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в деблях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Стакан лизнешь? Приберись, сейчас Джага иностранца привезет! Сюда? А куда? Ко мне! Я на виду! Заместитель директора режимного предприятия, Джага в моем подчинении на этом же заводе! И два трупа, оба огранчика. Один работал на этом же заводе. Я ментовское дыхание вот здесь уже затылком чувствую. Сестра где? На сутках в больничке. Может, ты спиртика медицинского хочешь? Какого спиртика? Я тебе сказал, убери здесь! Не дергайся! Ладно. И когда иностранец придет, там будь. Наготове. С этим. С пушкой, что ли? Че так? И оденься во что-нибудь поприличнее. Зачем? Зачем? Иностранец все-таки. Че ты ржешь? Раз иностранец, такого мочить надо во фраке с бабочкой. Так, что ли? Тебе, Савельев, если ты намереваешься стать настоящим соскарем сыщиком, нужно научиться искать глубокий смысл в, казалось бы, незначительных деталях. Например? Например, девушка приглашает тебя на день рождения. Почему она это делает? Может быть, потому, что ты такой красивый и мужественный. Могло быть и так, если бы не одна деталь. Какая? Рядом с девушкой был молодой человек, который давно знаком с девушкой и даже приобнял ее за плечи, демонстрируя тем самым близкое отношение с ней. Но это ничего не значит. Молодой человек может быть просто хамом. Раз. Самоуверенным дураком — два. И три. Он бывший знакомый. Откуда ты знаешь? Правильно анализирую детали. Девушка скинула его руку со своего плеча. Ну и заметил. Смотри, Савельев, какая жирная деталь подъехала. Иностранца видишь? Вижу. Что он тут делает? Тут нет ни Большого театра, ни Третьяковки. Даже магазина «Березки» нет. Нет. Иностранцы, Савельев, просто так по советской стране не гуляют. Господин Келли? Я Джек.
здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Степанович. Келли, где Порфирий? Этот человек мне сказал, что меня будет ждать Порфирий. Порфирия не будет. До свидания, я ошибся адресом. Вам нужны алмазы или Порфирий? Я не понимаю, про что вы говорите. Все вы понимаете. Товар у меня. Здорово. Как служба? Идет потихоньку. Кого привез? Господин Келли из Голландии. Приехал изучать новостройки нашей столицы. Архитектор. Не написано. Написано бизнесмен. Деталь. Кипяток. Заварка. На улице подожди. Гостя в гостиницу отвезешь. Так где Порфирий? Умер Порфирий 2 недели назад от инфаркта, но это не важно. Камни Порфирий получал от меня. Коньяк. Говорят, Сталин Черчиллю такой коньяк каждую неделю по ящику присылал. Я вам не верю. Покажите камни. Покажите деньги. Я не ношу с собой деньги. Особенно такие большие. А я ношу с собой алмазы, особенно партию в 160 камней. Сколько? 160, все первичные огранки. Не сомневайтесь ни в чем. Покойный Порфирий был только посредником. А хозяин здесь я. Алмазы Якутии. А какие еще? У вас есть копии в Архангельске. Вы владеете вопросом. Бизнес. Чтобы окончательно успокоить вас, могу сообщить, сколько за последние годы Порфирий передал вам камней и сколько вы передали денег Порфирию. Не надо. Я вам верю, господин... Андрей Степанович. Значит, договорились? Да. За наше знакомство. Черчилль не мог этого пить. Почему? Потому что это дерьмо. На нашем концерте будут звучать самые известные арии из опер зарубежных композиторов. Куда собрался? Чем воняет так невыносимо? В столовой дезинфекция была. Тараканов морили. Это что же, тройным одеколоном, что ли, морили? Почему тройным? Да потому что запах такой, что в носу свербит. Куда ты намылился? Да никуда. А что, работа какая есть? По данным Интерпола, Вильям Келли, международный торговец драгоценными камнями и металлами, базируется в Голландии, в городе Амстердаме. В СССР прибыл по путевке интуриста в 5-й раз. Внимательно слушай. Виза на пребывание в Советском Союзе у Келли истекает послезавтра. Значит, обмен когда? Завтра. Молодец. Оформляй постановление и ориентировку на камни для пограничников. Но это на тот случай, если Келли от нас ускользнет. Это первое. Второе. Оформляй все необходимые бумаги для постановки Келли на наружное наблюдение. И третье. А почему ты не записываешь? Запоминаю. Память хорошая, молодая. Да. Раньше ты записывал. Третье. Позвони на все вокзалы, откуда поезда с границы уходят, и в аэропорты, и выясни, не куплен ли билет на Келли. Все.
А вы что будете делать, Станислав Александрович? Я буду почивать на лаврах и со старческой нежностью наблюдать за молодым рвеньем. Здравствуй, Геночка, крочек мой. Хватит лизаться, зачем звала? Ты чего такой грубый? Грубый? А чего тогда целоваться лезешь? Люблю я тебя. Еще новости какие есть? Давай уедем. Бросим все и уедем. Чего мне бросать-то? У меня нет ничего. А я? Ну, разве что ты. Куда ехать-то собралась? На юг. В Крым. В Сочи. К грузинцам в Пицунду. Купим с тобой маленький домик на берегу ласкового и теплого моря. Будем купаться и любить друг друга. Я плавать не умею. Тогда просто любить друг друга. На какие пети-мети мы будем любиться? Деньги будут. Много денег. Ты что, лысого кинуть думаешь? Поедешь со мной на море? Балашов клиент мстительный. За трешку человека убьет. Поедешь? Поехали, хоть плавать научусь. Кролем! Да! Галька? А я пришла сказать, что я никого в своей жизни не ждала больше 15 минут. Тем более тебя, тем более у кинотеатра «Ударник», где ко мне приставали какие-то придурки с похотливыми глазами. Почему тем более? Я ведь по служебной необходимости. Я, например, между учебой и тобой выбрала тебя, а ты — служебную необходимость. Вот с ней и целуйся. Стой! Постой, Жатаэль. Стою. Что? Папаша потрясен? Поражен и разочарован? Скорее, удивлен. Понимаешь, Савельев парень хороший, верный, но... Но мне не пара. Не в этом, поверь мне, девочка, дело. А в чем? Одного милиционера на семью вполне достаточно. Кесарю. Кесарева, а слесарю слесарева. Я этого не говорил. Ты так подумал. А у нас в стране все равны. И в любви, и в браке, и перед законом. Ведь так? Так, так. Тогда какие вопросы? Кстати, ты ведь не мой отец. Так что у нас в семье милиционера пока нет. Извините, если что. Вот так выглядит твоя благодарность. А что я такого сделал? Ты разбил отцовское сердце. Чем? Тем, что пригласил вашу дочь в кино? Тем, что ты это сделал за моей спиной, в тайне. Говорят знающие люди, что перед Олимпиадой всех, у кого волосы длиннее воротника, отправят на 101-й километр. Почему? Чтобы не испортили вид образцового коммунистического города. Бред какой-то. Я буду скучать по тебе. Девиц тоже брать будут.
Нас-то за что? Тоже за длинные волосы. Найдут за что. Чего грустишь? На обиде сидишь. Зря. Наташка в Киев уехала. Мне все равно. У меня чувства к тебе. Глубокие. Ты хороший, Гаррис. Только зачем ты это скрываешь? Куда? Город. Какой? Да хоть в Улан-Батор. Хм. Садись. Сказала внизу, что я твоя жена, и меня пропустили. Станислав Александрович, прокурор дал санкцию на арест Костюка. Да? Я в коридоре буду. Галя не ночевала дома. Звонила? Нет. А ты звонила подругам, друзьям? Звонила. Ее нигде нет. Никто не знает, где она. Стасик. Что? Стасик, я боюсь. У меня нехорошее предчувствие. Сделай что-нибудь, пожалуйста. Она приходила поздно, это было. Оставалось ночевать, но я всегда знала, где она. Она всегда сообщала. Сейчас как будто бы в воду канула. Я очень боюсь. Успокойся. Найдем. Скрипку в Страдивари находили? Ну, дочь родная. Успокоилась? Успокаиваюсь. Любовная драма? Почему вы так решили? Ну как же. Утро, шоссе, туман. Девушка на обочине мерзнет. Конечно, любовь. С парнем поссорились. Ничего подобного. Просто на электричку опоздала. Ну, ври, ври. Музыку послушаем? Послушаем. Какая у вас музыка? Разная. Не трогай! Извините. Ничего. Пошли. Зачем? Я никуда с вами не пойду. Если вы не хотите меня везти, я сама дойду. Пошли, я сказал. Нет, пошли. Пустите, давай. Пустите меня. Выходи. Пустите руки. Пустите. Давай. Ну. Оружие огнестрельное, холодное, драгоценности, золото, иностранная валюта. Есть? Есть. Вы готовы добровольно выдать, что из перечисленного у вас есть? Драгоценности. Вы готовы добровольно выдать драгоценности правоохранительным органам? Готова. Выдавайте. Цыц! Кончайте копаться, Ной Маркович. Не найдете здесь ничего. Я только начал. Товарищ Халецкий, в милиции зарплату вам платят экспертам.
не за процесс, а за результат. Свободны, понятые. Как тебя зовут? Вот он уже спрашивал. Теперь я спрашиваю. Лизаветой. Где брат твой, Лиза? Гражданин Костюк Геннадий. Красивые. Что за камешек? Сердолик? Александрит это. Глазам твоим очень подходит. Правда? Правда. И чтоб такие глаза и бесхозные, есть кто? Есть. Вижу, что есть. Угадал. Есть друг задушевный? Был. А что такое? Поссорились, помиритесь. Знаешь, Лиза, милые бронят стук тешится. Его Генка избил. Брат, за что? Он просто так напился, как животное избил. Он еще двух человек убил, Лиза. Я знала, что этим кончится. Знала. Он когда из тюрьмы пришел, первый раз, я посмотрела ему в глаза и поняла, убийцей он там стал. В гараже он. Я покажу. Девка зачем? Она камни видела. Меня, машину. Здесь пока я ее подержу. В чем дело? Я вас ура... Пока что. Пока дела сделаю, Геночка. Не кинешь? Смотри, я тебе на дне Москва-реки достану, если что. Что за недоверие? Пора мне! Иди! Мам, мам, там собачку отдают. Там денег не надо. Мам, мам, видишь? Эка тебя колбасит. Боишься? Я? Почему? Нет? Нормально все. Пришел как? Через черный ход прошел. Потом метро. Все, как вы сказали. Мне деньги нужны, Андрей Степанович. Будут. Будут тебе деньги, Юрочка. Когда? Скоро, Юрочка, скоро. Они мне сейчас нужны. Сегодня. Я больше ждать не буду. Но сегодня так сегодня. Чего? Стучит что-то. Этого еще не хватало для полного счастья. Чего? Помочь надо. Там крат поставь. А. Ага. Шаг.
вы ответите на это. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный в неволе орел молодой. Заткнись. Я ни в чем не виноват. Мы вольные птицы, пора, брат, пора. Туда, где за тучи белеет гора. Заткнись, я сказал. Прибери руки, гад. Знаешь, кто мой папа? Кто твой папа? Скоро узнаешь. Майор милиции. Да? Тогда я Алла Пугачева. Засохни. Кто? Ген, это я. Одна? Одна. Пойду поговорить с тобой хочу, потому не дергайся. В чем мне с тобой разговаривать? Хотя, если хочешь, заходи! Ты что здесь делаешь? Это ты как думаешь? Не груби. Это мой папа. Семейка собралась. Отпусти ребенка. Сейчас! Галя, ты про Саечку помнишь? Вы о чем? Что-то еще есть? Ствол, нож! Это ты вот этим старика Горжаева подработал? Гена! Геночка! Потом, потом. Нет! Лизка, сука, не жить тебе, не сестра ты мне! Все, 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 все. Рассказывай. Папа, ему врача надо. Не отвлекайся. Я у Гарриса была на даче. Как ты здесь оказалась? Пап, прости меня, пожалуйста. Я дура. И за вчерашнее прости. Нет, ты меня прости, я плохой отец. Нет, ты очень хороший отец. Просто очень мало в моей жизни. Кончайте, а! Сил нет эту херню слушать! Доктора зовите, скорую, помираю я! Подожди меня на улице. Что смотришь? Скорая где? Я майор милиции Тихонов. Слышал обо мне? Да, много хорошего. Тебя не обманули. Слушай ты, насекомое, удивил ты меня беспредельно. Сам дохлый, как лист опавший. А двух человек убил, офицера милиции ранил. Про мою дочь я вообще молчу. Где Балашов встречается с иностранцем? На 20-м километре Минского шоссе. На десерт теперь вопрос. Во сколько? В 4 часа. Спасибо. Эй! Это вам, Степан. В подарок. О! Мне было очень приятно пообщаться с вами. Спасибо. Приезжайте к нам еще. Конечно. Мне здесь нравится у вас. Сейчас мне нужно 5 минут поговорить с другом, и мы поедем в аэропорт. Ничего? 5 минут ничего. 5 минут потерпим. Только вы, пожалуйста, побыстрей.
Трасса правительственная. Начальство часто ездит. КГБ. Не без этого. Я быстро. У меня мало времени. Да и я не гуляю. Диаманды. Хороший у вас аппарат. Я подарю его вам. Но сначала проверю. День добрый. Московский уголовный, не побоюсь этого слова, розыск. Майор Тихонов. I'm sorry. I don't speak Russian. Да и не надо. Вы только головой кивните, когда будете отвечать на мои вопросы. Начинаем? Вот это. Ваши алмазы. Их вам передал гражданин Балашов. Совсем другое дело. Най Маркович. Я здесь. Посмотрите. Нет. Ну, а вы, гражданин Балашов, арестованы. Да что? О, вы будете удивлены количеством обвинений, которые вам предъявят. Выходите. Фальшак. Что? Стекло. Как стекло? Закаленное. Балашов! А ты обманщик? Вдова ко всему остальному. Остальное это что? Похищение человека. Пособничество в убийстве двух и более лиц. Организация банды. Мало. Грузите. Edmund immediately provide me with representative of embassy of Netherlands in the USSR. Чего ему надо? За точность привода не ручаюсь, но, по-моему, он говорит о посольстве Голландии. Проваливай. You'd like to say I'm free. Проваливай, пока я добрый. Я буду жаловаться. Я опоздал на самолет. И ваша страна будет платить неустойку. Русский вспомнил. Старичка, только не сердись. Зачем вы отпустили этого иностранного павлина? А за что его задерживать? За рассматривание каленого стекла в особо крупных размерах на шоссе Москва-Шереметьево? Ну вот, вы рассердились. Извините, Май Маркович. Но этот, как вы назвали, павлин, полетит туда, где настоящие алмазы. Почему вы так решили? Вы рожи его видели? Клюв-то как загнут. Хищники без добычи не улетают. Да? Здравствуйте. Вы едете здесь? До Берлина или до Варшавы? Я жена Балашова. Я не знаю никакого Балашова. Вы ошиблись. Это не важно. Что это значит? Я позову проводника. Это алмазы, которые должен был передать вам мой муж. Откуда они у вас? Вам не все равно? До отхода поезда 20 минут. Решайте, берете или нет.
Я хочу посмотреть. Это алмазы. Что вы хотите? Догадайтесь из трех раз. Деньги. 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 Я вас плохо знаю. Это трудно. До отхода поезда осталось 15 минут. Я вас тоже не знаю, собственно, и знать не хочу. Даете деньги или нет? Это бесплатно. Подарок на память. Вы знаете, что 4 часа назад арестовали вашего мужа? Тебе что за забота? Забота? Это снова я. Соскучились? Я требую переводчика и представителя посольства. Пойди, подожди там. Будут. И тот, и другой. У меня только один вопрос. А вы Солженицына, «Архипелаг ГУЛАГ» читали? Да. А хотите лично там оказаться? Нет. А с вами, Алла Леонидовна, нам переводчик не понадобится, я надеюсь. Ужас. Ужас, ужас. Не спеши так, прожевывай. Что дальше было? Дай ребенку поесть спокойно. Ничего. Дальше когда камушки посыпались из коробки. Это ты рассказывала. Я не слышала. Папа прав, это неинтересно. Интересно было, когда он меня в багажник запихивал, я отбивалась. А вот это ты не рассказывала. Я ему в волосы вцепилась, а волосы в руки остались. Как? Парик. Парик. А он лысый оказался. Лысый, как колено. Господи, просто фантомас. Я подойду. Да. Здравствуй. У тебя, Кулагин, удивительная способность проявляться в тот момент, когда ты меньше всего.
Панкрат. А, Панкрат? Это правда, говорят, что ты 12 кусков умыкнул и заныкал где-то? Неправда. Панкрат, ну ведь тебе вся эта капуста теперь уже без надобности. Тебе же вышку дали. Не было денег. Но ты тогда еще скажи, что тебя подставили. Подставили. Разговорчики! Панкрат, колись. Куда деньги засунул? Ты оглох, что ли? Ну-ка, оба успокоились. У него кровь в горло! Не положено. До остановки ждите. Дождетесь, кончится человек! Мужик, 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 мужик! Эй! Загнется! Давай, открывай! Открывай! На место! Что с тобой? Ночью строительные работы запрещены. Я могу посидеть в своем любимом кресле. А ты можешь не посидеть, а полежать? Могу. Но не хочу. Возвращайся в спальню. Диван уже на ладан дышит. Утомил ты его, Стас. И меня. Нежнее, Настя. Ты прям как Шарапов. А я тебе не подушка для булавок. Что ты с меня мегеру делаешь? Я всего лишь зову тебя спать. Не знаешь, где Галка? Не знаю. Но версия есть. По-моему, от Савельев. То есть ее ждет моя судьба? Да. Ведь я тебя мучаю, как Пол Пот Кампучи. Настя, иди спать. А ты? А я на посту. А я с тобой. Гуляешь по ночам? Ну и что мы имеем с трупа? Мы имеем многочисленные повреждения от столкновения с движущимся предметом, предположительно автомобилем, имеем
обратить внимание, след протектора. Труп без ботинок. Поискать? Желательно. Пустой. А вы хотели найти в кармане партийный билет? Хотя бы профсоюзный. О-о-о. А вы что-то имеете против нашей партии? Против вашей? Ничего. Нашел один. Ну вот. Второго нет нигде. Идите, фиксируйте, ребят. Осторожно, идите за мной. Добрый день. Вам насчет меня звонили. Только недолго. Понятно? Понятно. Не первый раз замужем. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Я следователь Тихонов из МУРа. Меня интересует побег. Что ты помнишь? Как ты спасся? Владимир Семенович, уважаю. Жив останусь. В театр хочу пойти. Что рассказывать? Как вам показалось, это было случайно? Или они готовились к побегу? Сабуров готовился. Прикинулся плохо ему. Напарник открыл, он его бритвой. Там другая машина их ждала. Жигуль. Синий. Сабуров к нему побежал. А второй... Панкрашин тоже. Они были заодно? Не знаю. Я ничего больше не знаю. Все, идите. Все, сейчас будет все хорошо. Держись, Таня. Все будет хорошо. На таганку вместе сходим. Ну, что ты приперлась, а? Я говорю, что ты, дура, приперлась? Ты мне дура, что приперлась. Ты что, приехал сюда истерить, что ли? Яри, ты мне вообще ничего не говорил про жену. Да я тебе много чего не говорил. Да, у меня есть жена. У меня есть жена, я люблю ее. Понятно? Я не собираюсь ее бросать. Я не обязан каждой любовнице рассказывать про свою жену. Так что бери свои манатки и кати отсюда, понятно? Тихо! Рука! Женщин бить нельзя. Ты понял? Да понял, понял. Отпусти! Увидимся с тобой еще. Ага, давай. Теперь я, как честный человек, обязан починить вам ручку. А вы честный? Я честный. Только почему-то мало кто в это верит. К новому кабинету привыкаешь? Да не говорите, скорее бы уж этот ремонт закончился. Я два раза вламывался по ошибке к леди. А у вас как? Замечательно, высоко, широко. Полы надо менять. Домой вернулся? Настю не обижаешь? Домой вернулся. Настю обижаю. Все нормально. Шутишь все? Что домой вернулся, это хорошо. Давай к делу. Рассказывай, что там по побегу. По побегу. Есть два ботинка. Один обнаружен у трупа, а другой на месте побега. Труп опознан, Сабуров Игорь Евгеньевич, 1937 года рождения, приговорен по 103 к 10 годам заключения за убийство гражданки Соболевой. Приговор вступил в силу.
Их этапировали автозаком до места заключения под Калугой. Охранник автозака, слава богу, остался жив, приходит в себя в больницу. А что там по второму? Второй Панкрашин Алексей Валерьевич, 1935 года рождения, работал инкассатором, год назад убил напарника и скрылся с большой суммой денег. Вчера было оглашение приговора. Высшая мера. Панкрашин признал вину? Нет, не признал. Разрешите представить рабочую версию. Валяй. Значит, в деле фигурируют синие «Жигули». Предполагаю, что у Панкрашина с Сабуровым был сообщник, который встретил их на машине. Они уехали за город, и там между преступниками произошел конфликт, результатом которого стало то, что кто-то из них насмерть сбил Сабурова. Вот это пока все. Плохо. До Олимпиады осталось все ничего. У нас преступники бегают, как тараканы в нашем туалете, стаями. Ну да, и медведи по улицам ходят, как кричит империалистическая пропаганда. Решите идти? До свидания. Товарищ, ну кто-то же должен был видеть этого человека. Я паучку вас не видел. Я вообще-то тут одного подвозил. Подозрительно. Спасибо. Лейтенант Савельев, уголовный розыск. Здравствуйте. Понял. Шофер Нигматуллин. Да. Ну, в общем, мозг – это совершенный прибор. Его нужно тренировать. Вот, например, 0-1, 3-2, 0-0, 1-0 и снова 0-1. Это что? Как что? Счет спартаковцев в этом сезоне. А, простите, а насчет подозрительного пассажира? Да, сейчас, я и это могу. Значит так. Это было где-то в 11.30 на 15, нет, на 16-м километре. Смотрю в зеркало, мужик бежит за машиной, раз зацепился и в кузов цыганул. Я торможу, открываю. Этот мужик? Да, точно, он. Дальше? Ну, дальше он говорит, мол, выручай, подбрось до станции. Я и подбросил. Станция Шемякина. А вы молча ехали? Или разговаривали? Почему молчали-то? Я вообще-то поговорить люблю. Ну, я ему рассказываю, что у меня отпуск. Со следующей недели сыном поеду рыбачить. А он тоже говорит, что у него сын. Только он его давно не видел. Ну, может быть, что-то еще было подозрительно на трассе. Так, еду, значит, «Жигуль». Легковушка. Виляла так, как будто баб за рулем вообще. Ну, а знаете анекдот? Баба за рулем, это как... Знаю. Цвета какого «Жигуль»? Красного. Не синего? Нет, красный, точно, я помню, точно, красный. Спасибо, товарищ Нигматуллин. Да. До свидания. Вы, кстати, про мозг подумайте. При вашей работе его надо тренировать. Можно бесконечно смотреть на пламя, на небо, на воду и на работающую жену. Настя, я понял, что нам не хватает. Нам срочно нужен... Ребенок? Отдых. А, отдых? И что же предлагается? Надеюсь, не меньше Сен-Тропе или Таити? Имей в виду, следователь, что весь соцлагерь я уже исколесила с показами. Дорогая супруга, по-моему, тебе надо начинать черпать вдохновение на родных просторах. Поэтому предлагается
Среднерусская равнина с ее скромной, но неповторимой красотой. А почему-то большинство художников русских уезжало на Запад. И там, тоскуя по родине, создавало свои шедевры. А тут все гораздо проще. Я партийный. Партийный? А какой сегодня день? А? Слушай, неделя, месяц или год тебе нужен? Сегодня день нашего знакомства. А если бы ты сейчас вот мне не сказала бы, то я бы сам моментально бы вспомнила бы. Слушай, я очень рад, что ты до сих пор относишься к этому дню как к празднику. В подарок обещаю тебе медовый месяц. Месяц? Обещаешь? Угу. Неделю. Завтра утром выезжаем. И вещей с собой много не бери. Чайни-сен, тропа. Шантропа. Да и вообще, мне с мужчинами не везет. Наверное, я сама виновата, да? Нет. Просто вы слишком напряженно ждете своего счастья. А мужчины в барышнях это вычисляют моментально. Вы хотите отдать все, а им столько не надо. Им надо немного. И то по частям. А вы откуда это все знаете? Книжек много читали. По книжкам учатся только в университете, а в жизни учатся по жизни. У меня была жена, похожая на вас. Такая же. Хотела все отдать. Разошлись? Умерла. Сын остался. Жалко. Ну, вот и я буду ждать своего принца. Помните сказку про оленький цветочек? Никогда не нужно ориентироваться на внешность. Внешность бывает обманчива. Сердце свое надо слушать. Оно не обманет. Интересно с вами. Так, здравствуйте, граждане. Просьба приготовить документы для проверки. Какие документы? А если он у меня в номере, а? Документы в номере. Вот, пожалуйста, сержанта, поднимитесь для проверки личности. Да еда стынет. Может, позже принесу? А что, ограбили кого? Нет, плановая проверка в преддверии Олимпийских игр. Да вам-то чего? Вы же не бродяга какой-нибудь? В какой-то мере. А документов-то у меня с собой нет. Что, беглый каторжник? Да. Беглый, честный каторжник. Я сейчас рискую жизнью, находясь здесь. Но только так я могу доказать свою абсолютную невиновность. Если меня задержат, сделать это будет практически невозможно. Таковы обстоятельства. Да пошел ты! Ой, простите, ничего. Товарищ, генерал, здравия желаю, товарищ генерал. Арестуйте, пожалуйста, вот этого человека. А за что? За что? А я вам сейчас скажу, за что. Я, значит, сюда такая к нему приехала, угу. Разоделась, угу. А он гад. И сволочь, женат. Так, сейчас разберемся. Да, разберитесь. Вот и документики мои проверьте. Посмотрите, мне открывать нечего. Я не замужем. А вот этот вот гусь паспорт свой от меня дома скрывает. А я и так знаю, что ты женат. Разберемся. Разберитесь. Мне кажется, его вообще тут на месте расстрелять надо. Гражданин? А? Можно вас? Я? Можно вас на секундочку? Здрасте. Здрасте. Женщина ваша? А. Да у него жена дома, я же вам говорю. Ой, вот. Неприлично себя ведет, понимаете ли, в общественных местах. Да, она бывает. Припроводить бы ее
в номер или да. на свежий воздух. У нас есть номер. Да не пойду, я же вам говорю. Я не пойду с тобой никуда. Не пойду я с тобой никуда. Чаще бывать. Я не пойду с тобой никуда. Дышать. Руки мои, свяжи руки свою, убери от меня. Ваши документики. Ну, ты актриса. Ты талант. Я, предположим, актриса. А ты-то кто? А то еще не поздно к милиционерам вернуться. Саша, интересная штука получается. Вы утверждаете, что есть свидетель, который показывает, что Панкрашин с Сабуровым укатили на «Жигулях» синего цвета. Да, синего номера. И вы считаете, что эти же синие «Жигули» сбили этого Сабурова? Ну, а кто же еще? Резонно. А теперь взгляните вот сюда. Это следы автомобильной краски, которую мы нашли на одежде Сабурова. Подождите, ничего не понимаю. Она же красная. Да, Саш, красная, так что ищите машину красного цвета. Спасибо, Дмитрий Макарович. Мне нужно еще с вами поговорить про Станислава Александровича. Пожалуйста. Есть основания полагать, что Тихонов знаком с этим Панкрашиным. Это с чего вы так решили? Ну, посудите сами. Станислав Александрович вдруг посреди расследования берет и уезжает отдыхать с женой. Угу. Разве не подозрительно? Крайне подозрительно. А потом звонит мне и сообщает какие-то агентурные данные про Панкрашина. Знаете, что я сделал? Любопытно. Я сделал запрос, в каком детдоме сейчас находится сын Панкрашина. Оказалось, что это в том же городе, где сейчас Тихонов с супругой отдыхает. Угу. Поздравляю, Саша. Вы блестяще провели свое маленькое расследование. Станислав Александрович действительно знаком с, как вы выражаетесь, этим Панкрашиным. Что и требовалось доказать? Они были друзья с детства. И со своей будущей женой, Оленькой, Панкрашин познакомился благодаря Тихонову. Потом произошло несчастье, она погибла. У Панкрашина все пошло наперекосяк. Скажу вам честно, мне его искренне жаль. Вы что, не понимаете? Тихонов его просто так отпустит. Саша, майор Тихонов никогда никого просто так не отпускал. Он вам дал какое-нибудь задание? Выполняйте. И запомните, Саша. Если вы верите человеку, не будьте как флюгер. Идите до конца. В нашем деле потерять веру в человека очень легко. И как жить потом? Свободны. Лепота. Санаторий ЦК КПСС? МВД СССР. А ты что, не рада? Едешь всю дорогу, молчишь, думаешь о чем-то своем. Чему я должна быть рада? Не жена, а верблюжья колючка. Да? А ты найди себе другую, пока не поздно. Да я нашел бы, только времени все нет, работа. Можно на работе. Никуда ходить не надо. Приехали. На колу начало, начинай сначала. Так, давай я поеду обратно, чтобы медовый месяц не закончился разводом. Добросишь меня до станции? Обязательно. Обязательно доброшу.
Ого, ты еще и буйный Тихонов, да? А ты не знала. Давай знакомиться заново. Может, понравится. Вряд ли. Ну что ты орешь? Эй. Коль! Коля! Коля! Иди сюда! Пацаны, замените меня! Хорошо! Димон, бросай вел, пошли мяч погоняем! Ага, я тебя. Привет! Я от отца. Правша? Нет. По правде я хочу тебя похитить и цыганам продать. Не смешно. А вы ему кто, любовница? Он же в тюрьме сидит. Коль, он здесь. Чем докажешь? Вот. Твое художество. Значит, мальчика никто не спрашивал. А могу я с ним поговорить прямо сейчас? Да, да, конечно. Пройдемте. Где Коля? Кто знает? Говори, Володя. Мы с мальчишками играли в футбол. Так. И какая-то тетка, не наша тетка, стояла за деревом и позвала его. И куда они пошли? Туда. Спасибо. Здравствуй, сынок. Стоять! Стоять! Здравствуй, Стас. И что, ты в меня выстрелил? Здорово, Леша. Тяжело мне от тебя бегать. Ух! Ну и зачем ты все это наворотил? Так мне же вы шаг дали, Стас. А я не виноват. Я это докажу, если ты мне не помешаешь. А как ты собрался доказывать? Сначала до Москвы доберусь, а там подумаю. Ну ладно, допустим, ты правда решил сам себя оправдать. Но на тебе труп. Труп твоего приятеля. Из автозака, Сабурова. Да я его пальцем не тронул, там же его Жигуль красный сбил. Я даже не знаю, насмерть или нет. Стас, нас везли в автозаке с Сабуровым. Автозак навернулся. Я подумал, вот мой вариант. Мы побежали, там его приятель ждал на машине. Как зовут приятеля? Кулик. Кажется, Кулик. Да, Кулик. Ну, погоняло. Он увез нас за город. Там они решили, что лишний свидетель им не нужен. Этот Сабуров здоровый, как кабан. Чуть не придушил меня. Я ему сказал, что знаю, где деньги лежат, могу показать, только не убивайте. Он меня отпустил, я ручку рванул, выскочил, побежал, они тормознули за мной. И тут красный Жигуль, все. Я не знаю, Леш, верить тебе или нет.
Но я поверю. Даю тебе 2 часа, чтоб сколько пообщаться. А потом? А потом жду тебя на станции, поедем в Москву. Поднимем твое дело. Порою, может, нарою что-нибудь. Через 2 часа на станции, только попробуй не приди. Прости, что ты отсюда вышла. Что за вор-убийца? Я ничего не крал и никого не убивал. Я это докажу тебе. Хотя отец сына ничего доказывать не должен. Коль, я заберу тебя обязательно. Обещаю тебе. Просто сперва мне нужно сделать одно дело. Я с тобой. Нельзя, сынок, но в розыске. Не возьмешь, убегу. Встал. Пошли. Стас? У тебя здесь какое-то дело? Как глаза горят. Даже когда на женщин смотришь, так не горят. Ну уж. На меня тем более. Клевета? Что я только на преступников, что ли, могу любоваться? Ты сначала обещал мне медовый месяц, потом неделю. Потом у нас даже нет времени поговорить. И когда мы уезжаем? Но ты можешь остаться. Здесь воздух, речка. Когда ты уезжаешь? Сейчас. Вещи помочь собрать? Да я уж собрал. Значит, знал, что уедешь, да? Слушай, Настя, а почему ты меня никогда не останавливаешь? Это что-нибудь изменит? Нет. Ну вот поэтому не останавливаю. Жаль. Вам какое? Пломбир, эскимо? Пломбир. Сейчас я вам давайте. Ну и зачем ты эту Ингу с собой потащил? Вас троих прихватить ничего не стоит. А я теперь все свое с собой ношу. Все, что осталось. Быстро вы с девушкой договорились. Брось, Стас. Мой человек, чувствую. Бывает. По поводу Кулика, который вам бежать помог, мои ребята уже ищут. А вот по поводу старого дела, насколько я помню, там был застрелен твой напарник, денег не было и тебя не было. Ты-то делся куда? Мы когда деньги забирали, вдруг в дирекцию был звонок из школы. Мол, Колька попал под машину. Ну, я рванул. Ну, как твой пистолет на месте преступления оказался? Отцовский наградной, Вальтер. Стас, все время думаю, ума не приложу, как он там оказался. А когда ты этот Вальтер-то видел сам последний раз до этого? Ну, где-то за день. Я его в комоде держал. Значит, его могли украсть только в день ограбления. А к тебе никто не заходил домой? Может. Коля!
Помнишь, когда меня арестовали? В тот день к нам никто не заходил? Не помню. А, дядя Рома заходил. С мочалкой какой-то. С мочалкой мыться приходил. Мочалка — это по-вашему чувиха. Коля, по-нашему будет барышня. Учи родную речь. Ну и что этот Рома с барышней? Ну, он приходил у бати денег занять. Потом обозлился, что не застал его. А что ты сразу не рассказал? А кто спрашивал? Ментухи базар только про пистолет был. А ты сколько уже в детском доме? Нет, правильно, Леша, ты разбираешь. Давай по коням. Базар. Инга. Спасибо. Это тебе. Знаешь, мне кажется, твой отец о чем-то догадывается. А как не догадаться? От тебя разит одеколоном за километр. У вас, наверное, все служебные собаки уже нюх потеряли. Цветы в воду поставь. Только в холодную не ставь. Вот мой дом. Для всех соседей вы мои родственники. Да? Пойдем. Здесь меня точно никто искать не будет. Колька, как прикрытие. Беглые языки вместе с детьми не прячутся. Ну, не прячутся. Ты один такой идиот. Но если из квартиры не выходить, встретишься с братом и обратно. И мне не звонить, я сам позвоню. Проваливай. Спасибо, Стас. Савельев, пошел вон. Тапки верни. Здесь еще и курили. Все будет хорошо.
Николай, подъем! Значит, в моих тапках, в моем кресле, с моей дочерью. За тапки я извинился. А с остальным ты что будешь делать? Ей жениться могу. Жениться? Чтоб я твою рожу Савельев еще и дома видел. Еще раз с Галкой увижу, убью. Вас посадят. Ничего, отсижу. А ты Гулика нашел? Нашел. Настоящее имя Геннадий Гуликов. Проходил по грабежам и налетам. Входит в банду князя. Князя? Так точно. Это поворот. Кулик, рассказывай, что за кент там за вами увязался? Леха его звали. Леха? А Кликуха? Фамилия? Ну, его вроде Сабуров Панкратом кликал. Панкрат. Знакомый, что ли? Может быть, может быть. Ну, короче, он от нас рванул, на дорогу выскочил. Ну, мы за ним. А там этот Жигуль нарисовался. Ну, князь, я не виноват. Ну, оно закрутилось так все. Ну, падла, и буду, князь. Закрутилось, говоришь? Да. Ты что должен был сделать, сучонок? Ты должен мне Сабу был вытащить. А ты... Засветился, паскуда. И меня, походу, засветил. Понимаешь, какая волна поднялась, а? Понимаю. Понимает он.
Владимир Иванович, у меня по делу Панкрашина открытие. Здравствуйте, Станислав Александрович. Стучаться тебя не учили, нет? У меня тут гости из северной столицы. Думаю, знакомить не надо. Здрасте, Елена Владимировна. Так что за открытие? Были установлены связи с Абуровой. Получается, что побег готовил известный нам рецидивист Князев. Князь, тот самый налетчик. Ну да, матерый вор. Несколько лет уже в розыске. Без тормозов. Ладно, с подробностями попозже. Тут меня Елена Шершева. Ладно, пап. Неужели что-то натворила? Замуж собралась. Замуж? Не знаю, кто достоин любви, Елена Владимировна. Есть ли такой человек на свете? Есть. Да вы его знаете. Александр Леонидов из Ленинграда. Я как раз рассказывала товарищу генералу, как мы с Сашей познакомились, когда скрипку Страдивари искали. Да, товарищ генерал, это я их познакомил. Ну что же, совет да любовь, как говорится. Извините, что помешал. Тихон, стоять! Я не собираюсь за тобой бегать. Оправдываться будешь? Нет, не буду. Просто не надо себя вести так, как будто я была твоей невестой и сбежала из-под венца, потому что не было ни венца, ни невесты. А по-моему, мы тогда ничего не решили. По-моему, никто ничего решать не собирался. Ты как собака на сене. И не надо меня ставить в неловкое положение, себя тоже. Ох ты, какой характер-то у нас оказывается. Кто мог подумать? А ты подумай. Лена, ты сама решила уехать. Я думал, ты там мучаешься, хотел приехать к тебе. А ты, оказывается, мужика себе искала. Не смей со мной так разговаривать, понял? А не слишком ли ты резкая стала, Лена, а? Может быть, слишком. Но это ты меня такой сделал. Тебе нравится? Такая не нравится. А вот Леонидову я нужна любая. Чувствуешь разницу? А он тебе нужен любой? Пока не знаю. Но скоро решу. Не успел проснуться, сразу давай мне помогать. Настоящий джентльмен растет. Красота. Я в детдоме лучшим дежурным по кухне был. Со мной не пропадешь, па. Звук почистил? Да. Садись завтракать. В следующий раз, сынок. Завтракайте без меня, мне нужно уйти. Ты куда? Дела. Ну и ладно. Мы с тобой сейчас настоящий пир устроим. Коль! Добегался Кулик по своим болотам. Видно, князь раньше нас его встретил. И что, Ной Маркович? Асфиксия. Видите, странглюченная борозда на шее. Убийца, предположительно, был сзади и давил его, пока не додавил. Отпечатки? Отсутствуют. Свидетель? Отсутствуют. Почерк князя, не отпечатков, не свидетелей. Чистая работа. Савельев, а ты почему не ищешь красный «Жигуль»? Товарищ Нигматуллин. О, а давай.
Здравствуйте. Присаживайтесь. Да ладно. Да, садитесь, садитесь. Нет, держите, угощайтесь. Да вы что? Ешьте, ешьте. Хорошо. Ну что, нашли? Зэка? Да. Нет, пока не нашли. Но думаю, вы нам очень поможете. Так я же все рассказал. Правильно. Давай. Но мы ищем сейчас свидетелей. Помните, вы про красные «Жигули» рассказывали? Да, там пронеслись какие-то. Ага. Может, вы номера помните? Сейчас. Сейчас проверим. Что, зря тренировался ли? Сейчас. Так. Там, конечно, все быстро было, но сейчас. Значит так, я руль крутанул. Что-то помню. Последние буквы были М, О, М. А вот цифры... 41, 60. То ли 60, 41. Да. Нет, ну вы уникум. Мозг. Ну я тогда побегу. Нет. Давайте, поешьте. Поешьте. Хорошо. А потом... Спасибо. Работа никуда не убежит. Угу. Кумыс? Вкусно? Вкусно. Угу. А это конина? Вкусно. Прекрасная Елена с берегов Невы что-то решила. Из-за прекрасной Елены Троянская война началась. Я надеюсь, вы не собираетесь объявлять войну товарищу Леонидову? Да куда мне? Пятка больная. Может, вам помочь чем-нибудь? У меня поезд только завтра. Или вы теперь принципиально не способны со мной работать? Я принципиально беспринципен. Я в курсе. Извольте. Имеется некто Алексей Панкрашин, который работает на ответственной должности инкассатора. Что, в Ленинграде дел не хватает? Дел хватает. Не хватает таких руководителей, как вы, Станислав Александрович. Ну, я в Ленинград переезжать не собираюсь. Может, лучше вы к нам? Угу. Только с женихом посоветуюсь. А в деле сказано, что Панкрашину сообщили, будто его сын попал под машину. Да. И в это время его напарник, Парамонов Михаил, возвращается с недельной выручкой магазина промтовары. 12 тысяч рублей. А кто такой свидетель Терехов? А это вот как раз он и опознал в нападавшем Панкрашина. А что самое интересное, что на месте преступления, чтобы сомнений не оставалось, был найден Вальтер, именной Вальтер отца Панкрашина. Просто визитная карточка. То-то и оно. Сергей Петрович Терехов. Да? А вы кто? Из уголовного розыска. Майор Тихонов, со мной лейтенант Лаврова. Нам нужно с вами поговорить. Это опять по поводу того ограбления? Если только коротко, у меня рейс. Конечно, коротко и по делу. Я слушаю вас. Я сидел в кафе. Подъезжает машина, тормозит. Там асфальт меняли. Машина посигналила. Рабочий сидит, как будто ничего не слышит. Инкассатор вышел, говорит, что оглох. Все. А рабочий? Рабочий встал, выстрелил, инкассатор упал. Рабочий вытащил сумку из машины и побежал. Все, товарищи, я опаздываю, у меня рейс. Спасибо вам за помощь. Сергей Петрович. Что? Простите, пожалуйста, что здесь написано? Нет, не надо подходить оттуда. Простите заголовок. Не видите? Давно у вас проблемы со зрением? Почти год. А почему скрываете? Боитесь, уволят? Меня все равно завернут на ближайшей комиссии. Так все-таки, насколько хорошо вы разглядели Панкрашина? Вы уверены в своих показаниях? Уверен. Мне показалось, или ты считаешь, что этот Панкрашин невиновен?
Ничего я не считаю. Я не бухгалтер, чтобы считать. Я следователь. Если мы допустили ошибку, значит, надо ее исправлять. А я привыкла считать, что ты циник. Знаешь, у носорога толстая кожа, но под ней кровь теплая и сердце живое. И ему так же больно, как и остальным. Тихонов. Лен, это я по работе. Ну, все доказательства против него. И полуслепой свидетель. И все против него. Одного. Я этого не люблю. Значит, есть тут у меня одно дело. Какое дело? Сугубо секретное и очень важное. Мне нужно выбрать подарок для жены в честь годовщины. Хочешь, поехали, поможешь выбрать. Спасибо. Это без меня. Ну, как знаешь, пока. Товарищ, вам помочь? Лейтенант Савельев. Московский уголовный розыск. Вы хозяин этого автомобиля? Я. В чем, собственно, дело? У нас в ориентировке значится похожий. Скажите, вы два дня назад на нем никуда не выезжали? Два дня назад я был в служебной командировке. Автомобиль стоял в гараже. Удовлетворены? Пока да. Я заметил, у вас там фара повреждена. Из гаража неудачно выехал. Никак не соберусь в мастерскую съездить. Все? Да, спасибо. Пап, ты забыл ключи. Ваша дочь? Что? Говорил с братом. Тихонов, как всегда, прав. Вальтер действительно взяла девица. Ее приятель угрожал Роме, чтоб тот молчал. А имена у этой славной пары есть? Ее зовут Эля. Часто бывает в ресторане Садко. А дружка ее князем зовут. Вот как все сошлось-то. Ты что, знаешь его? Да. И поверь, Ромка, не напрасно его боится. Значит, Леш, с этого момента прикидываешься ветошью, лежишь и не отсвечиваешь. А я буду знакомиться с барышней Садко. Ну что, газировки хочешь? С сиропом. Ну, уговорил. Пойдем. Игорь Семенович, можно мы поговорим? Рассказывайте, Варя. Ну, там же лес кругом. Вдруг он прям перед стеклом. Я руль вывернула, вроде объехала его, а там другой, еще один. Ну, он выскочил, я его избила. У меня даже не было шансов его объехать. Верите? Наверное, и не было. А почему уехали? Я просто очень испугалась. Я сразу стала думать, что я отцу скажу.
А человек он... Умер. Он был бандитом. А это значит, я не... Виноваты. Нельзя человека в беде бросить. Вы меня арестуете? Давай, Варь, сделаем так. Этого разговора не было. Угу. Спасибо. Да все нормально. Спасибо, это так много значит для меня. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Слушай, друг, что-то скучно у вас тут. В какой-то веке решил командировочные прогулять, а компании нету. Сообразил бы ты мне что-нибудь лучше по женской части. Понимаю. Давайте так, вы пока отдыхаете, а я, если мест свободных не будет, какую-нибудь даму к вам подсажу. Договорились. Элю зови. Ну что, вкусно? Да. Мне тоже нравится. Есть одна девушка. Очень просила в хорошую компанию. Я порекомендовал вас. Так зови. Иди уже. Ужин в одиночестве. Так это гастрит недалеко. Ну, вы же меня спасете, прошу. Официант, еще прибор для дам. Ну и как зовут прелестную незнакомку? Эльвира. Чем же занимается девушка с таким божественным именем? Девушка с таким божественным именем учится на искусствоведа. Обожаю все красивое. А вы? Командировочные? Увы. Но и командировочные имеют право на отдых. Ну что же, Эльвира, за знакомство. Меня зовут Стас. Эля. Очень приятно. Эльчика, скажите, а как вы отнесетесь к тому, если я попрошу вас подняться в мой номер и посмотреть несколько интереснейших книг по искусству Древнего Египта? Потрясающе. Я за. Тут, я думаю, хватит вам. Сядь-ка, торопыга. Люди Малео подогнали. Говорят, твой брат сквозанул. Не объявлялся. Я сейчас милицию позову. А вот легавые нам не кореша. Мы же всегда с тобой общий язык находили. Нет? Ну, колись. Приходил, брат. А? Где сейчас? Хата другая.
кореш, баба. Его дома нет, я проверял. Да и не сунется он туда, легавый там. Колись. Может быть, сначала выпьем? Конечно. Вот это твой. Клофелин, детка. Так что я взял тебя с поличным. Там закрыто, ключ у меня. Садись. Сумку. Улика прилетела. Ну что, будем разговаривать? О чем? О гражданине Вальтере и о подельнике твоем, князе. Я не знаю никакого князя. Знаете, дело Панкрашина, которое вы вместе с князем использовали, отправлено сейчас на пересмотр. И начальство требует новых подозреваемых. А из подозреваемых у нас только вы. Так что ставим галочку. Какую галочку? Послушайте, ну я вообще не понимаю, о чем вы здесь говорите. А вот Рома Панкрашин все прекрасно понял и рассказал нам все и о вас, и о князе, друге вашем сердечном. Так что собирайся в СИЗО, красавица. А там, к сожалению, у тебя не будет ни ванны, ни вина. Алло, гараж, какой СИЗО? А ты-то что думала, лапуля? Что интересует? Все о князе. Как он вышел на Панкрашина? Князь давно интересовался инкассаторами. Он, собственно, все это придумал. Я должна была только охмурить Рому и забрать у него Вальтер. Но я не знала, почему. Но я правда не знала. Где пропадал? Дела были. Кент один под одному срел. Мне убирать пришлось. Ладно, давай, что принесла. Мне здесь светиться не с руки. Это что за... Книга — лучший подарок, князь.
Руки в гору. А в чем дело? Стоять! Убери нож! Стоять! Назад! Назад! Отпусти ее! С мусорами спуталась, сука. Князь, я не виновата, слышишь? Малыну на землю! На землю приколю ее сейчас! Отошли! Садись! Посмотрите, у него нос! Да вы что? С дороги! Ушел. Упустили. Дурак твой, начальник Савельев. Самовлюбленный дурак. Вас убить мало. Знаете, что с вами сделали бы в сталинские времена? Догадываемся. Догадываемся. И потом... Что это за казаки-разбойники? Почему-то не Панкрашина. Их сейчас арестуют с свидетелями. Я Панкрашина установил. Что значит установил? Он активно помогает следствию в поиске настоящих преступников, которые его использовали. Он на одной квартире сейчас на Таганке. Вот это номер. Майор Мура. Тихонов прикрывает беглого заключенного. Интересно. Товарищ генерал, у нас есть доказательства, что его использовали. Да, это делал князь. Князя упустил ты? Упустил, но... Но это работает на нас. Потому что, по нашим сведениям, князь затевает новое дело. Ты хочешь сказать, что он станет торопиться? И ошибется. Тут-то мы его и возьмем. Дальнейшие действия. Но надо проанализировать все прошлые дела князя и понять, на что он нацелится. Его дела — это налеты, сберкассы, инкассаторы. Савельев, иди работай. Есть. Насчет Панкрашина. Пусть приходит сдаваться. Мы его дело правильно пересмотрим. Спасибо, товарищ генерал. Пойду позвоню ему. Пап. Помнишь, ты мне рассказывал про Транссибирский экспресс, на который через всю страну до самого Владивостока едет? Давай поедем, а? А тетеньке будем каждую станцию письма писать. Тетенька захочет поехать с нами. Возьмем? Ну, можно. Слушаю. Стас! Правда? Вот это новость. Хорошо. А куда приходить? Да? Конечно, буду. Три. Тетя Инга. Обещай мне, что вернешься. Я больше не хочу быть одна. А ну хорош там шептаться! Готово. Отпусти парня. Отпущу. Вот дело сделаешь и отпущу. Ну, пойдем. Давай, давай. Давай, давай. Yeah.
Тихонов. Помогите, это Инга. Инга? Князь забрал Лешу с Колькой. Когда? Минут 10 назад уехали. И что мне делать? Так, Инга. Инга, ты должна сейчас сосредоточиться и повторить слово в слово все то, что тебе говорил князь. Ни одной буковки не упусти. Ему Леша нужен вместо Кулика. Тут нужное место хорошо знал. Я сейчас... Ну не реви ты. Я к вам сейчас. Дома сиди. Без тебя найдем. Никуда не выходи. Соображаем. Где прописан Кулик? Там в деле есть. Сейчас. Во Фрязино. Ну и на что там князь нацелился? Че там? Во. Сберкасса, магазин. Сегодня какое число? 15-е. 15 у нас пенсии выдают. Быстро найди мне адрес ближайшего к дому Кулика почтового отделения. Может, они сегодня вообще не приедут? Приедут, приедут. Куда денутся? Очкуешь? Фарт, он вообще-то рисковых любит. На, вот, держи. Заряжен. А ты хотел, чтобы я тебе заряженную волыну дал? Это так, фраеров попугать. О, а вот и они. Ну, давай. Вперед. Журнал забыл. Товарищи, сумку на землю. Ногой ко мне. Хорошо, обувь, машина. Живо. Живо. Князь, деньги у меня давай, пацана. Ты что со мной, шутить вздумал? Деньги сюда. Пацана! Я сказал, деньги. Ах ты, сучонок! Прости меня, я действительно вел себя как последний дурак, как недобитый феодал. Лучшее, что у меня есть в жизни, это ты, и я желаю тебе счастья, хоть с Леонидовым, хоть с кем-то еще. Будь счастлива. Ну, а я пострадаю, пострадаю, перестану. Мужчины быстро утешаются. Ты знаешь, я тут думала... Стасик, может быть, мы не вовремя, но... Вы не бываете не вовремя, Ной Маркович. Я пришла попрощаться. Леночка, вы знаете, как я к вам отношусь. Так вот, мне жаль. До свидания, Елена Владимировна. Успехов вам и счастья в личной жизни. Спасибо. Елена... До свидания. Давайте я вас провожу. Вот странно бывает.
дело закрыто, а на душе тяжело. Да. На душе, как эскадрон переночевал. А что теперь будет с сыном Панкрашина? Инга усыновит. А ей отдадут? Да я все стены прошибу только, чтобы у этого мальчика все нормально было. Тихонов. Настя. Ты вернулась? А я дело завершил. На душе такая пустота, хоть на луну вой. Слушай, а давай пойдем сегодня в ресторан. Бегу. Если меня будут спрашивать, я у Шарапова. А если сам Шарапов спросит? А все равно у Шарапова. И это не значит, что мои тапочки сегодня вечером свободны.